Привет! Сейчас мы будем делать макроудобрения. В макроудобрения у нас входит азот, фосфат, калий и железо. Вот таблица дозировки макроудобрений. Первое – это селитра калиевая, азот. Ее нам нужно 83 грамма на литр раствора. Второе – это монофосфат калия, фосфат. Ее нам нужно 7 грамм на 1 литр воды. Третье – калий сернокислый, калий. Его нам нужно 83 грамма на литр воды. Четвертое – это железный купорос, железо. Его делаем так, 4 столовые ложки на пол-литра воды, плюс в этот же раствор 100 грамм лимонной кислоты. Итак, поехали. В таблице расчет на литр раствора. Мне это сильно много, я буду делать на пол-литра, поэтому все делю на 2. То есть селитры калиевой беру 41,5 грамма. Набираю пол баночки дистиллированной воды. И аккуратно высыпаем. Высыпаем, помешиваем. Селитра калиевая у нас растворяется довольно-таки хорошо. Поэтому за это можете не переживать. Вот вода чуть помутнилась, но она осядет и будет светлее. Дальше берем монофосфат калия. Монофосфат калия тоже неплохо растворяется. Нам нужно 3,5 грамма его на пол-литра смеси. Засыпаем. Растворяется тоже хорошо. Потом еще раз размешаем. Дальше у нас идет калий. Его нам нужно 41,5 грамма. Калий засыпаем, сразу же размешиваем. Калий растворяется у нас очень-очень плохо. Вода потом осядет и будет чистая. Доливаем. Раз. Два. Три. Так. Вот что у нас вышло. Еще раз размешиваем. Калий еще раз размешиваем, сернокислый. Осадок калия потом можно использовать в изготовлении следующих удобрений. Но я этого не делаю, я насыпаю новые. И подписываем. Первое у нас это азот. Второе у нас это фосфаты. И калий. Железо у меня было, поэтому показывать, как делать его, не буду. Делается оно очень просто. На пол-литра воды 4 столовых ложки железного купороса и столько же лимонной кислоты. Вот так у нас выглядит железный купорос. Вот он такого желто-зеленого цвета. Поэтому раствор у нас получается тоже желтый. Так. Для чего у нас в железном купоросе лимонная кислота? Лимонная кислота для того, чтобы растения наши не погорели. Так, значит дальше. График несения макроудобрений. Азот и фосфат я добавляю каждый день по 1 мл на 50 литров воды. Так. Дальше. Калий и железо. Калий и железо я добавляю при подмене. Калий 1 мл на каждые 2 литра воды. То есть, если я меняю 80 литров воды, то мне надо налить калия 40 мл. Железо, ну, примерно 1 мл на 10 литров замены воды.
О графике внесения микро- и макроудобрений я вам расскажу в следующем видео. Так что не забывайте подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока!